Работы на этом участке начались в середине июня. Сначала рабочие сняли старый слой на 225-метровом участке дороги, затем уложили новое основание из щебеночно-песчано-гравийной смеси, хорошо его укатали и приступили к укладке асфальта. Он будет двухслойным – нижний крупнозернистый в 7 см и верхний мелкозернистый асфальтобетон в 6 см. На данном участке сейчас вы наблюдаете устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. До этого была выполнена очистка куветов водоотводных в объеме примерно 1900 кубов. Устройство водопропускной трубы двухочковой диаметром 600 мм. Второй участок работ гораздо длиннее, более полукилометра. Тут рабочие проведут ямочный ремонт, а затем сверху уложат 7 см мелкозернистого асфальта. На данном участке задействовано 12 единиц техники, 15 людей, из них бригада асфальтировщиков, водители, механизаторы. Мы планируем закончить данный участок ремонта в июле месяце, если дадут погодные условия. Хотя контракт у нас до октября мы держать не будем сроки. Будем стараться сделать побыстрее и людям, чтобы было приятно, комфортно добираться. Ну и в наших интересах закончить и сделать качественно. Эта дорога хоть и не федерального значения, но тоже очень важна. Ведет она к селу Уруб и к руднику Урубского горнообогатительного комбината. Когда уже свежий асфальт укатают с помощью этой спецмашины, начнется завершающая стадия всех работ, а именно нанесение специальной разметки из термопластика и установка всех необходимых дорожных знаков. В общей сложности новая дорога будет шириной 7 метров и по 1,5 метра обочины будут с каждой из сторон. Эрнест Чуков, Роман Нагаев, Архиз 24.